Кишмыш Юпитер на 14 августа 2024 года под Гатчиной. Он потихонечку начинает окрашиваться, но в этом году я его не нормировал практически. И ну вот как-то так, конечно, поздновато для Юпитера. Но для нашей местности это, я скажу вам, нормально. К тому же в этом году нас природа не балует особо погодой. По всему, видите, чуть-чуть запозданием, но просто все время дождь. Вот сегодня редкий день, который обошелся без дождя. Такой вот кишмыш Юпитер на 14 августа. Спасибо.